Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. И сегодня у нас 17 мая 2019 года. И в нашем питомнике готовится к продаже вот такой красивый рыжий мальчик с белыми носочками, перчаточками. Длинношерстный, которого мы назвали Марии Мистик Стефан Санрайз. Он реально солнечный парень. Абсолютно ласковый, даже несколько где-то застенчивый, спокойный. Кому нравятся уравновешенные характеры, не гиперэнерджайзеры, это вот малыш как раз-таки для вас. У мальчика уже есть метрика щенка и клеймо РКФ. На следующей неделе мальчику исполнится 21 мая 2019 года 2 месяца, и мы будем делать ему первую прививочку по возрасту. Мальчик кушает сухой корм и учится ходить на пеленочку. А также у парня есть белый с черными пятнышками братик, короткошерстный. Кому не нравятся пушистики, как наш Стефан, то предлагаем приобрести у нас его братишку, короткошерстного бело-черного братика Сильвио Валенти, видео о котором сегодня можно посмотреть на нашем канале в плейлистах. Поэтому, кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить свежие видео с малышами на продажу. А также в нашем питомнике есть мальчики, готовые к продаже, полностью привитые, чипированы, пройдены все карантины, которых можно приехать и приобрести уже прямо сегодня. Напоминаем, что наш питомник находится в Санкт-Петербурге, и отправками питомцев в другие города мы не занимаемся. По вопросам приобретения и стоимости щенков просьба обращаться по телефонам. Устал стоять. Посмотрите, какой послушный малыш. Уже вот 2 с лишним минуты он стоит идеально в стойке. Это первый раз мы его ставим в стойку в этом возрасте. Ему нет еще 2 месяцев. Это идеальная у ребенка и психика. И вот такой послушный парень. Растет без брака, без дефектов. Опа, парня, давай покажем, что у нас нету пупочных грыж. Ни паховых, ни пупочных. Да, скажи, в моей шубке. Пойди там что разгляди. Но таки есть, скажи, у меня модная татушечка. Вот такой красивый животик. Парнишка вот такой, медвежоночек. Я, скажи, напоминаю Мишку Барни. Я весь вот такой очаровательный. И у меня до сих пор еще остается вот такой потешный детский ирокезик, какой у меня был в детстве при рождении. Расскажи им о себе, Стефан. Скажи, какой ты классный, какой ты веселый, какой ты смешной, когда ты играешь. А сейчас, скажи, меня заставляют стоять, сидеть и позировать. Не очень я, скажи, этому, конечно, доволен, но вот такой вот ирокез я вам показать могу, скажи. Папа этих деток, наш производитель нашего питомника, Мари Мистик Арман Троял Престиж, который весит в 4,5 года 1,5 килограмма. Мама Мари Мистик Хелен Квин оф зе Найт. Она есть на видео вместе с малышами, так же, как и папа. Кому интересно, можно посмотреть в плейлистах. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться. Много фото и видео можно посмотреть в нашем аккаунте в Инстаграм и в ВКонтакте. Ссылочки на соцсети будут оставлены в описании под данным видео. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. А где наши ушки-то? Степушка, спим. Ушки проснулись, ушки проснулись. Засыпает малыш.